Книги нашего детства. Какие они? Кто-то вспомнит любимую сказку, которую родители так часто читали ему перед сном, а кто-то приключенческий детектив, пробегать по страницам которого приходилось ночью с фонариком под одеялом, потому что оторваться от него было невозможно. Детская библиотека имени Пушкина предлагает саровчанам вернуться в детство и запускает проект для саровских семей «Книжная ностальгия». И мы очень хотим, чтобы все участники вот этого нашего проекта «Книжная ностальгия» попробовали вспомнить не только ту книгу, которая произвела впечатление на взрослого человека, когда он был ребенком, но еще и какие-то вот такие важные события, которые связаны с этими книгами, чтобы они рассказали о том, какие книги любят в их семьях, какие книги из своего детства они читают сегодня своим детям и своим внукам. Ограничений по возрасту нет. Семейные истории можно прислать в текстовом и видеоформате на любую из четырех предложенных тем. «Сам читал, теперь читаю детям», «Книжная реликвия семьи», «Эту книгу мне читали в детстве» и «Любимая книга детства». По итогам проекта создадут библиотечно-семейный ресурс. Нам хотелось бы, чтобы вот эти воспоминания в первую очередь не нам помогли создать общий такой вот ресурс библиотечный, рассказывающий о книгах и о событиях, которые с ними связаны. Но и самое главное, чтобы это определенным образом повлияло на отношение к книге, отношение к процессу чтения в самой семье, которая будет принимать участие в этом нашем библиотечном проекте. Работы принимают до 31 марта во всех отделах Пушкинки или по электронной почте pushkinka.sarov@yandex.ru с пометкой «Книжная ностальгия». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.